7 метров пятнистого счастья. На манеже Волгоградского цирка состоялась премьера «Жираф-шоу». Помимо самого высокого животного на планете, в представлении приняли участие львы, лошади и обезьяны. Все зрители вышли из зала с яркими и позитивными эмоциями, а самые смелые – и с незабываемым поцелуем от жирафа Багира. Шоу вызвало такой интерес у волгоградцев, что под куполом цирка аншлаг. Разогревали публику канатоходцы. Своим мастерством они вызвали у всех мурашки по коже. Все отлично, нам понравилось очень. Все интересно, первый раз. Мы прям в восторге. Изюминкой этого шоу стал обворожительный Багир, единственный дрессированный жираф в России. Он смог привлечь внимание всех зрителей без исключения. Пятнистый ловелас танцевал вальс, а самым смелым дамам подарил свои поцелуи. Мы получили колоссальные впечатления. На самом деле жираф увидим первый раз, ребенок очень доволен. Цирк нам очень понравился. Что понравилось тебе больше всего? Цирк. А что конкретно? Животные нам понравились больше всего. Жираф исполнял лучше всех. На протяжении долгих лет Михаил Борзе работает с высоким красавцем и приглашает волгоградцев посмотреть завораживающее жираф-шоу. Цирк – это всегда чудо. Маленькое чудо, зато какое яркое. И с таким зрителем, как в Волгограде, мы можем делать большое чудо вместе с вами. Приглашаем. Во второй части цирковой феерии было представление от льва Люциана и его строптивых львиц. Под руководством Павла и Жанны Забелкиных хищники демонстрировали грациозные трюки. Мы довольны своими животными, довольно прекрасные зрители, аплодисменты какие. В общем, все прошло на ура. Так как принимают здесь, в вашем городе, мы еще такого не видели. Да. Вы сами слышали в конце представления, то есть на ура. Помимо 7-метрового багира и хищных кошек, в шоу были изящные лошади – гуанака, обезьянка верхом на пони, ну и, конечно, какое цирковое представление не обходится без веселых клоунов и акробатов. Приходите в Волгоградский цирк и подарите для себя и своих детей незабываемые впечатления на жираф-шоу. Максим Черпак, Роман Седлецкий, «Время новостей».